Всем добрый день, меня зовут Валерия, продолжаем с вами заниматься домашней косметологией. И сегодня мы с вами, своими руками в домашних условиях, будем укреплять наши ногти. Сегодня я вам подскажу воистину копеечный рецепт, который очень хорошо укрепляет наши ногти. Он борется с ломкостью, с сухостью и помогает сделать наши ногти упругими, крепкими, здоровыми, ну и в принципе отрастить тем, кто пытается ногти отрастить. Так вот, мы сегодня с вами будем укреплять наши ногти касторовым маслом. Его можно купить в ближайшей аптеке, и он стоит буквально копейки. И если мы хотим с вами добиться потрясающего результата, нам с вами нужно каждый день втирать касторовое масло в ногтевую пластину и в кутикулу. И делать это в течение нескольких недель. Все будет зависеть от того, насколько ломки ваши ногти. Кстати, касторовое масло нам еще помогает бороться с грибком ногтей, так что это тоже нужно учитывать. Итак, сколько же нам нужно будет втирать касторового масла? Кому-то хватит 2 недели, кому-то 3-4, но кому-то придется поработать пару месяцев. Но зато результат вас очень и очень порадует. Более того, когда вы втираете касторовое масло в свои руки, не забывайте и про кожу рук. Касторовое масло великолепно омолаживает кожу рук, подтягивая нашу кожу и борясь с пигментными пятнами, которые появляются на наших руках. Ну а усилить эффект касторового масла вы можете либо лимонным соком, буквально, вот берете чайную ложечку или пол чайной ложечки касторового масла, добавляете несколько капель лимонного сока и втираете в ногтевую пластину уже такую смесь. И, кстати, такая смесь будет работать сильнее на борьбу с пигментными пятнами, например, которые есть у нас на коже рук. Ну а если вы хотите сэкономить, вы можете использовать корку любого цитрусового. То есть предварительно мы с вами натираем наши ноготки и кутикулы коркой цитрусового. Там тоже есть эфирные масла, там тоже есть витамины, поэтому можно использовать либо лимонный сок, либо корку цитрусовую. И после того, как мы потерли наши ногти коркой цитрусовых, уже в такую ногтевую пластину мы с вами втираем касторовое масло. Ну и теперь, да, каждый день это понятно. Лучше эту процедуру делать вечером. Почему так? Я вам вообще советую выдерживать касторовое масло перед сном на наших руках, и вообще можно с ним ложиться спать. Но нужно выдержать хотя бы минут 20-30, для того, чтобы касторовое масло впиталось в кожу рук, да, и не пачкало нашу одежду или постельное белье. Ну а поскольку касторовое масло будет еще оставаться на ногтевой пластине, то по истечении 20-30 минут вы можете остатки масла убрать с помощью, например, салфетки. Если же вам не нравится ощущение жира на руках, хотя касторовое масло достаточно быстро впитывается, так вот, если вам не нравится вот это вот жирноватое ощущение, через 20-30 минут вы можете смыть остатки касторового масла с помощью обыкновенного мыла. И дальше снова-таки идти и ложиться спать. И вот тогда результат будет максимальный. Еще почему я вам советую делать такую процедуру перед сном, то есть в течение ночи масло, вы уже остатки его не будете смывать, вы не будете трогать какие-то предметы, и вот тогда масло будет работать гораздо эффективнее на наш результат. Ну и, конечно, уже через несколько дней вы заметите, как ваши ногти становятся более плотными, поскольку будет уходить сухость, будет уходить расслоение ногтей. Ну и если вы втираете касторовое масло в кожу рук, ваши ручки тоже преобразятся. Они станут более молодыми, более упругими, и потихонечку вы будете высветлять кожу рук. Так что... Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале. За ваше супер спасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете ставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз огромнейшая вам благодарность от меня. Так что берите себе на вооружение вот такой очень простой копеечный способ не только преобразить ваши ногти, сделать их более здоровыми, упругими, эластичными и крепкими, но и омолодить ваши руки. Будьте здоровы!